Что это за шум? Это в игре? Это в игре шум? Ну, по сути, да. Так, я сделал Apple Encoder, он уже теряет. Два кадра потерял. Рендерит кадр 14 секунд. Это что, лошадки? А я пошел в лагерь, да? Типа я пошел в лагерь. А как бы мне пойти? Да, пойду-ка я лучше назад. Тут что-то пошло не по плану. Потери кадров тоже присутствуют с hardware Apple hardware. Разместить новое задание. Ну, еще раз попробую, наверное. Так, 5 кадров, рендеринг лаг, 5 кадров я потерял, это 0,3%. Так, в целом, average time to render frame колеблется от 11 до 13. Ну, то сейчас жарко. Ограничение по времени. Да, эти кнопки, я плохо понимаю, что они все делают. Духовный клинок. Где же эти самые? Ага. Вот. Так, шоковая ловушка обездвиживает все, чтобы можно почти поймать, расходоваться. Такую штучку дайте мне. Сенсорная броня, которая используется для захвата щитовых, попасть в ловушку. Сумка предметов. Выбросить. Так, пока я потерял 20 кадров всего лишь. Неплохо, неплохо, можно сказать. Время 10.02. Не хочу тратить много времени на эту игру вообще, если честно. Если честно.
Потери кадров есть, но небольшие, редко. Редко, но есть. Выбрать предмет. Выбрать предмет. Это так можно, да? Ага. Так, козы, идите отсюда. Козы, козы. То есть это материализуется, в принципе, рано или поздно, чудовище, которое надо нам ловить. Эти ребята, они такие типа динозавры. Кто-то из них дракон, кто-то из них динозавр. Так, потери кадров пока держатся, конечно. Но, в принципе, чем отличается это хардверное кодирование от низкого пресета? Come to daddy. Махаться будем. Лажа не масса. Двенадцать, неплохо. 14. Типа еще рано, потому что сначала какое-то время его лупашит. Потом девочка скажет, когда надо. Когда можно ловить. Так, он, в общем-то, готов ударить камнем. Можно пока подточить. Вот это дело. Время 10:07. Так, убежал он, убежал. Так, потери кадров 36. Это 0.2%. Неплохо, в принципе. Не знаю, какая там картинка. Это без превью, как говорится. 37. Потери есть. 37 кадров потери — это немного. Рендеринг лаг. Есть рендеринг и энкодинг. Энкодинг вообще ноль. В принципе, рендеринг лаг, фиг его знает, что это такое. Типа это
особо не улучшить там ничего. А encoding lag в принципе 0. То есть encoding именно работает божественно. В принципе. Тихо, не то, не то. Не то, не то. Они плохо объяснили, что они хотели сказать, что можно, надо это самое ослабить, бить опять-таки это чудовище какое-то время. Девочка скажет, что его можно того ловить, то он тогда разберусь. Вроде хромает уже, можно подточить. Точим. Есть у меня верхний мечик и нижний мечик. Я пока не очень понял, как точить другой мечик. Если честно. Время 10:10. Так, encoding lag 0. Ну что ж, неплохо. В принципе, прекрасно. Потери кадров 52. Это все, он возвращается в гнездо, наверное. Нужно только что-то устал бегать. Ага. Это стамина. Выносливость. Let's dance. Танцуем. Подождите-ка, я думал, это он эти яйца вы это самое. Высиживает, а это он наоборот ест чужие яйца. Так, тайминг, тайминг. Хорошо, дал 23 урона. Ушел, ушел.
провалено задание. Так а почему тетя не сказала, что он ослаблен? Пора его колбасить. Ничего не понятно. Короче, пора мне ехать на велосипеде кататься. Энкодинг лег 0. Но я бы, наверное, не связывался с этим стилем. А ну-ка, сейчас я включу превью. Сейчас 14 миллисекунд было. Сейчас, наверное, все ухудшится. Ага, ну я понял. Попробую, наверное, выключить это, переключить обратно на энкодер изначальный. Но это вроде неплохо, в принципе, работает.